Ага. Всем привет, ребята! С вами Виктор и игрушка. Не знаю, можно ли это назвать игрушкой, это побрякушка, скажем так. Это вещь, которая называется Google Exe. Что-то типа страшилки, хакинга даже небольшого. Вот такой вот Redmi у нас тут есть, прилагается. Уже, кстати, началась игра, вы не думайте, что это просто мой рабочий стол. Да, это мой рабочий стол, но игра постоянно будет с нами общаться, поэтому именно так я решил ее захватывать. Из игры нет выхода. Поэтому запускаем. Надо же. Google. Собственно, окошко. Enter I feel lacking. Так, перед чуть-чуть. А что, так как, что? Ну давай, а что найдем? Давай, Витек, плей. Enter. Sorry, this is not found. Это не найдено. Но есть кое-что, что было найдено. Google Update, YouTube.com, CD Drive Cleaner, Settings, вопросики. То есть я должен, наверное, каждый из этого выбрать. Нет? Google не отвечает. Гениально. Все. Умер. Ха-ха-ха, я победил. Ask.com, Go see, 469. Так. Мне нужна бумажка-ручка. Мне явно что-то пытаются сообщить. Бумажка, ты где? Беру классную розовую бумажку, отличную синюю ручку и начинаю писать. Go see, иди посмотри ask.com. Неожиданно. О, черт побери. Я же пугаюсь того, что... Цветок успел на стрим все-таки, прикинь. С клумб бежал прям. Молодец. 4. Нет. Что так громко-то? 6. 6 сработало. 9 нет. Ask. Спросить. Google, hello. Что происходит, господи, боже мой? Кто-то вредный появился снова. Easter egg number 2. Так, пасхальное яйцо номер 2 это... Рестарт? То есть мне еще раз запустить надо? Удачи! Я говорю, что она будет общаться с нами. Это вот такая игра, которая страшная. Я не знаю, что от нее ожидать. Она еще и посмеется надо мной. Вот тварь, а. Ну что, запускаем еще разок? Или нужно опять подождать? Так, мне сказали go see ask.com. Ну-ка, ask.com. Нету такого. YouTube.com. Опа! Я на видосик какой попал. Так, это... Погодите, это мое окошко. Я его уберу. Пока вот сюда, да, чтобы оно сильно не мешалось. Так, это видео не работает прямо сейчас. Сожалеем об этом. Что такое Google? Увидеть больше в этом видео ты узнаешь. Так что 90 просмотров. Видимо, мне нужно будет сюда прийти когда-то попозже, ребят. Код 666. Смотрите, код 666. Запоминаем. Код 666. О! О, фуллскрином пошло все. Белый большой экран. Черт побери, что происходит, а? Такое ощущение, как будто я себе этот его на край запустил. У меня сейчас все зашифрует пока. Опа! У меня появился файл 3 шестерки, ребят. Ю. 666666666666. Оп. Номер 666. Heads already see. А почему с запиской? В общем, номер 666 уже увидел тебя. Странно, зачем он это сделал? Там было что-то красное. Я не успел увидеть. Давайте запустим еще раз Google Exe. В Redmi что-нибудь поменялось? Нет, в Redmi все то же самое. Ну давай, Google. I'm feeling lucky. Good for you. Я чувствую себя удачливым. Ну и хорошо отвечает мне Google Exe. Так, может быть что-то здесь? А давай попробуем 666 ввести. Опа-на! Видимо, вот это вот красное и было там. Вы видели, что это было? Вы видели, что это было? Это была тоже та же страница YouTube, которую мы с вами видели, только вся красная, и там какой-то черт сидел.
рогами. Блин, у меня мурашки пошли. Опа, погоди, лаки. Lucky you. Удачливый ты. Это, видимо, когда я I'm feeling lucky нажал. А что, если 469 найти? Нет, не находится. Нет, видео все так же недоступно. Возможно, я слишком где-то тороплюсь и что-то упускаю. Но вот код 666 мы с вами уже и нашли. Назад. Твою мать, какой-то Соник бешеный, блин, кровавый. У меня открылся браузер вот с такой штукой. И кричит: Hello, do you want to play with me? Офигеть. Я же говорил, эта игра залазит в ваш компьютер и начинает какую-то бодягу вообще творить. Да, ну... Так, я могу это приблизить? Это картинка? Просто тупо картинка. И как... Да, это, смотрите, это скриншот PNG. Какой-то скриншот. А что мне с ним делать? У меня какой-то новый файл появился? Play. Hello, do you want to play with me? Полей быстро свой компьютер святой водой, пишут мне. Так, давайте попробуем еще раз Google запустить. А что если мы напишем Yes, I want to play. I want to play with you. Не понимает. А, прикиньте, на эти синенькие надписи нужно нажимать мышкой, а не вводить их. Welcome to Google Nightmare Page. Добро пожаловать в Google... Как это сказать? Кошмарную страничку. Оу, как все просто оказывается. Я тут вбивать пытался пальцами. Google XZ. Тебе не следовало делать этого. 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 Тебе точно не следовало этого делать. Музыка вообще космическая. И что теперь? Добро пожаловать в кошмары. А как мне тебя закрыть-то? Эй, Чукча. Тебе не следовало этого делать. Опа! Ты встретился с кошмарной судьбой, не так ли? Упс. Я только начинаю вникать, игра сразу, оп, прерывает повествование. Какая... Ёлки-палки! Она мне насоздавала кучу-кучу файлов. Ну, давай, easter egg номер один. G ends with E. G заканчивается буквой E. То, что ты играешь сейчас. В Google, видимо. Дата. I'm in your data. Да, я в твоей дате. Я в твоей... Так, ладно, непонятно. Так, это... Что, hello? А был у нас hello? А, привет, номер 6 хочет тебя увидеть. Зачем я ему нужен? Смотри, я уже дважды счастливый. Так, кошмары. Так, добро пожаловать в кошмары. Play. Это тоже мы видели. Readme был. The end is neig. Что значит? Я здесь. Тебе не следовало делать этого. Твой конец близок. Оглянись. Там космос. Не так ли? Что это было? Давай в Google зайдем еще разок. Так, давай, CD Drive Cleaner. Так, очиститель жесткого диска CD-ROM очистить. Очищаем. Зачем я это делал, я не знаю. Блин! Ха-ха-ха,
Жжет еще, гад. Какая дичь! Он не открыл лоток, ты прикинь, я ж подпрыгнул на месте. Он реально открыл мне лоток с сидерумом. Вот тварь, а. Так, что-то появилось у нас? Я что-то не понял, погоди. Редми, рестарт. Рестарт был? Ага. Почему бы не перезагрузиться? Не перезапуститься. Type, напечатать рестарт нужно. Ну давай запускай заново. Мы сразу рестарт сделаем или пойдем еще дощелкаем, там у нас кажется что-то осталось. Settings? Google не позволит тебе. Не позволит мне Google. О! Прикинь, и Settings ушло. А, вопросики? Так, вопросики не работают. А, хорошо. Так, что-то надо как-то это... Твою налево. Так, это было. Давайте рестарт сделаем. Easter egg номер 2. Это... Рестарт. Ага, он же мне говорил про рестарт. Он же мне до этого говорил про рестарт. Ты посмотри. Удачи пишет. Давай, рестарт. Не могу сделать рестарт. А почему? А если еще раз рестарт? Не могу сделать рестарт. Интересно. И Settings не дает зайти. Может, я теперь в YouTube? Погоди. Вот, Easter egg номер один. G ends with E. Может быть, надо вбить Google? Какой ты умный! Так, не нажимать. Вернуться в Google. Enter. Do not click. Или... Ну давай don't click нажмем. Тебе не следовало это делать. Прекращена работа программы Google с NotMe. Жесть какая-то происходит. Да не надо ничего отправлять. Так, у меня открылась новая, ребят, картинка. Тебе не следовало этого делать. Отлично. Так, давайте запомним вот это TCCAT Fire, кажется, да? TCCAT Fire какой-то там, надпись маленькая есть. Тоже PNG-шка. Блин, это какой-то на меня дикобраз наорал. Заходим еще раз. Давай, туда же. Так, это мы не нажимаем. Давай в settings. Так, Google не позволяет этого сделать. Че, Бенди что ли пошел? Мерзостно как-то, если честно. Сейчас какой-нибудь скример как выскочит в конце. У меня каких-то текстовых файлов, по-моему, создал, вы посмотрите, их больше стало. Давайте, пока музыка играет, мы их посмотрим. Easter egg номер 4. Ух, что-то я тут наплодил, а? Go to sleep. Что-то новенькое, давай. Restart now on the exam menu. Это я понял. Это я понял, что рестарт нужно будет прописать там. Go to sleep. Go to sleep. А, это вот сейчас у меня Go to Sleep, видать, играет. Так, привет, Lucky Music. Ты можешь слушать музыку в своей голове. Так, кошмары были.
В принципе, все остальное было. А, играет не браузер. Играет Google XD. А, то есть мы можем продолжать. Хорошо. Давайте рестарт тогда организуем, да? Google XD. Ха-ха, я так и думал. Я так и думал, что меня не выпустят обратно. The end is near. Что это значит? Это какой-то наверняка сленг. А давай рестарт. Go. О. Поехали. Рестартинг Google. Сейчас как орнет на меня что-нибудь. 100%. Готовимся. А. Переустанавливаем настоящий Google. А, хорош, погоди. У меня же название Good Ending. И это что это, я получается уже прошел игру так быстро? Офигеть. А как плохую концовку сделать? А, давай попробуем No Way. No Way. Ой, Way. Нет. О, есть! Тебе не следовало это делать. Офигеть. Так, что-то появилось. Смотри, Easter Egg number 3. Start with R, end with T. Начинается на R, кончается на T. Или начинается на G, кончается на XZ. Ну, Google XZ мы видели. А это, видимо, рестарт. Вот это что такое? Смотри, cannot show. Невозможно показать. Негде показать, ты застрял, печатая что-то еще. Что-то кто-то мне хотел показать. Так, погоди, я походу делал как сделал хорошую концовку, даже не заметил. Не понял вообще. Ребят, я не понял эту игру. Какие еще идеи есть? Напиши go to sleep. Go to sleep. Нет, не работает. Попробуем uninstall. Тебе не следовало этого делать. Опять эта штука. Ой, ё-моё. Я просто хотел на эту икону посмотреть, нет ли новых файлов. Я так понимаю, каждый раз, когда я попадаю в такую штуку, что мне не следовало делать, мне добавляют вот сюда надпись. В Google XZ пиши все, что тебе говорят писать. Так я уже все написал. Я уже нашел хорошую концовку. Я хочу пытаюсь найти плохую концовку, но чё-то как-то нету её. 404 предлагают найти. Нет такого. Погоди, а давай попробуем в Google XZ, а там settings. А погоди, там уже были settings. Ну-ка, settings. А, это то же самое.
предлагают ввести Google Exe в Google Exe. Давай. Давай попробуем. Минус уши. Тваря. Добро пожаловать, говорит, к своим кошмарикам. Ad the end. You made it to the end of this game. The end. Видимо, это была плохая концовка, ребят. Наконец-то мы ее нашли. Жесть. Просто жесть. Охренеть. Ну вот так вот, смотрите. Мы сначала с вами нашли хорошую концовку, потом плохую, ну плохая круче намного. Что я могу сказать. Вот такая вот, ребята, игрулина Google Exe. Я не знаю, может быть, я еще не все нашел, что тут вообще существует. Но мне этого достаточно. Я пару раз в штаны наделал. Возможно, вы тоже. Минус наушники точно были уже у каждого. Так что спасибо за внимание, с вами был Виктор, канал Витёк Плей и Google Exe. И УЦ. Так, поддерживал чуть-чуть. Лайки, подписки, комментарии, в описании ссылочка на плейлист, видимо, упоротых игр будет. Взрыв мозга. И смотрите, там еще будет ссылочка на группу ВКонтакте, заходите. Всем пока.